Расскажу пример из реальной практики. Покупатель приобрел в магазине подарочный сертификат. Потом, поняв, что ни один из товаров ему не подходит, он решил вернуть эти денежные средства. Написал заявление, однако ему в возврате денежных средств было отказано. Магазин сослался на внутренние правила, согласно которым за сертификат денежные средства не возвращаются. В результате этого он был вынужден обратиться в суд. Какие были использованы аргументы в суде? Во-первых, данный сертификат приобретался для личного пользования, для личных нужд. В таких случаях применяются правила закона о защите прав потребителей. Во-вторых, согласно закону и позиции Верховного суда, которая была высказана еще в 2015 году, приобретение сертификата является авансированием при приобретении товара в будущем. Таким образом, по сути, передачи и покупки товара еще не произошло. Согласно закону о защите прав потребителей, вы можете вернуть денежные средства в любой момент до передачи товара, по общему правилу. При этом, что касается тех правил, которые были использованы магазинам, в том, что денежные средства возвращены быть не могут, они не подлежат применению в связи с тем, что, как прямо сказано в законе о защите прав потребителей, что если в договоре содержатся правила, которые ущемляют потребителей, то в данном случае они просто не будут применяться. И в данной ситуации суд встал на сторону покупателя и взыскал с магазина всю причитающуюся сумму. Несмотря на то, что еще в 2015 году высшие суды дали четко понять о том, что денежные средства должны быть возвращены, что покупатель, как обычный гражданин-потребитель, в данном случае прав, мы до сих пор на сегодняшний момент встречаем такие ситуации, но граждане в любом случае должны руководствоваться прежде всего законом и до конца отстаивать свои права.